Всем привет! В этом видеоролике вам представляю FM-радиоприемник Левфон. Он может работать не только как радиоприемник, а как MP3-плеер. Может работать от флешки, а также от карты памяти. Имеется мануал, но мануал, правда, на английском языке. Подзаряжается от USB. Литиевый аккумулятор на 500 мАч в час. Поймал я 49 FM-каналов. Включается вот таким образом. Имеется функция таймера, колесико громкости. Сейчас работает от карты памяти. Вот такая выдвижная антенна для лучшего приема. Переключить на FM-радио можно вот таким способом. Здесь переключается на MP3. Громко делать не буду. Короче, полный видеообзор смотрите в Ютубе в ближайшее время на канале Шопинг и на интернет. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Буду рад каждому новому подписчику. Всего вам доброго. До свидания. Удачи вам.